Привет! Я Простифен Полар, и ты знаешь, что это за игра, поэтому я говорить не буду, ты вот тут вот все прочитал, ты в целом по картинке все понял, поэтому я просто скажу, не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотри, поставь лайк, и да, не забудь подписаться. Ну а мы давай с тобой продолжим. У нас с тобой отделение аптеки, мы тут с Рут даже на ночь оставались, перебирали лекарства, перебирали таблетки, а еще у нас Дэниел что-то темнит, что-то хитрит, что-то он там, по-моему, с чем-то жульничает. Стал главным, у него глаза загорелись, и что-то он жилдит, жилдун поганый, короче, он. Но, может быть, я, конечно, ошибаюсь, может быть, все хорошо. Поэтому надо просто идти дальше, и мы узнаем, что будет дальше. 13 уровень, погнали! Должны же быть где-то эти таблетки. Слушай, а может и правда желудит? Может он таблетки ворует? Лучшая операция из всех, что я у вас видел. Подлиза, ты ему еще жопу поцелуй. Ну, однажды к нам доставили человека с разорванной печенью. И я смог его спасти. Я пришел за эфедрином от нарколепсии. Эллисон. Эллисон. Гидрохлорид эфедрина. А сейчас найду. Сейчас найду, погодьте. А нету. Его здесь нет. И этот интерн мог попасть к вам. Не можешь даже найти коробку на полке. Ищи сейчас вся фингал под глазом найдешь. Ты чё ржешь, рыжий-рыжий конопатый? Я уверен, оно должно быть где-то здесь. У меня нет на это времени. Зайду завтра. Советую вам его найти, потому что мой запас закончится через 2 дня, а операционный расписан по часам. Не могу найти его. Боюсь, нам придется прочесать весь шкаф коробку за коробкой. Ну давай, ладно. А, улучшить ничего не можем. Ну хорошо, играть. Давай искать. Оно же должно быть где-то, да? Что-то у меня такое ощущение, что это Дэниел лекарство подворовывает. Не зря же он тут шараюбился и что-то прятал, да? А, тебе маленькая банка нужна. Банки какие-то появились. Пациенту нужно лекарство в пузырьке. Медленно наполни его. А, ну сейчас. Оба. Закрыли. Оп. Ты-ры-ты-ры-ты-ры-ты. Да что ж такое-то? Да сейчас, сейчас. Ты подожди. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Прошу. Комбы из таблеток. Вот не люблю я собирать комбы из таблеток. Давай иди сюда. Тебя от спины что-то. На тебе аптечку от спины. Давай поищем немножко. Да ну нет, найдем лекарство. Да, я тебе говорю, найдем. Может, не найдем. Дэниел спиздил лекарство. Продает на стороне. Так, держи. Ага. Большая порция для большой мадамы. Замечательно. Оливер, Оливер! Пытайся! Поймал. Глаза тебе кап-кап. Зачем тебе в глаза кап-кап? Ты в очках. Ты идешь, нет? Три пилюльки тебе надо. Раз, два, три. На тебе три пилюльки. Тебе бинт. Компрессор опять вернулся. Компресс. Да. Мы тоже во второй части. Надо вещи называть правильно. Компресс. Большая пузырина. Наполняем, наполняем, наполняем. Вот так вот. Садись на стул. Я ищу. Я что-то забыл, кстати, про ящик. Подожди немножко, ага. Я тут как бы лекарство ищу, ценное, важное. Подожди. Если я его не найду, плохо будет. Плохо будет вам всем, поэтому мне надо его срочно найти. Таблетки от похудения. Для похудения. Таблетка от лысения у меня нету. Маленькая колбочка тебе не поможет. Пук-пук-пук-пук-пук. Маш 3 раза в день. На макушку головы.
На кассе пук-пук не надо делать. Это запрещено правилами больницы. Три таблетки. Про тебя-то я забыла совсем. Иди сюда. Да что же вы со своими таблетками-то? Это есть. Аспирин, анальгин, карвалол, марвалол, валерьянка, глицин. Я просто перебираю все таблетки, которые я знаю, поэтому сквик-сквик. Нет его тут, вот хоть бей. Ничего. Это так странно. Вчера при пересчете ты сказала, что эфедрина в избытке. А сегодня мы не можем найти ни одной упаковки. Что ты хочешь сказать, то что я украл, что ли? Нет. Ты случайно не состоишь на секретной службе у наркокартеля Эллисон? Нет. О нет, моя тайна раскрыта. Ты поймала меня, Рут. Мы должны узнать, что произошло. Думаю, пора кое-куда позвонить. Куда? ФСБ? КГБ? Наркоотдел? Куда звонить-то? Короче, я все разгадал, я все понял. Да, Дэниел ворует таблетки для наркокартеля. Или же Дэниел возглавляет наркокартель, а больница это прикрытие. Нет, ну вряд ли, да. Нахрена тогда он тут ходил по аптеке? Я пока ничего не понимаю, ладно, 14 уровень, хорошо. Не убирай ничего со своего подноса, ну хорошо. Ты позвонил, нет? То есть вы абсолютно уверены, что отправили нам препараты? А ничего, что мы их считали, и они точно были. Хорошо, значит, будем искать у себя. Готов ли препарат для... Мы занимаемся этим, ясно? Иди отсюда, пши, пшух! Это уже серьезно. Пропажа большого количества медикаментов подобного типа. После смены надо будет сообщить об этом Дэниелу. Вот, посмотрим, что он скажет. Я уверена, он придумает, что делать. Что делать? Он испиздил. Зачем, правда, нес, непонятно. Садись. Колись. Присаживайтесь, мадама. Сейчас я вам таблеточки подберу. Синенькие есть такие. Садись. Слушай, аптека прикольная. Тут очень много сразу всего. То есть четвертый уровень, а у нас тут уже полно всяких приблуд. Всяких лекарств. Оливер. Вкололи хипстеру. Мадама пришла. Мадама, вы зачем? За маленькой, да? Сейчас я дам маленькую. Кап-кап-кап-кап-кап. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Готово. Получить, распишитесь. Про тебя забыла, забыла про тебя совсем. Три пилюльки, не зря про тебя забыла. Раз, два, три. Хоп, хоп, хоп. На выписку. Зачем вам в глаза капать? Вы в очках. Хотя, может быть, от очков глаза болят? Да что ж, ты смотри, приходит и приходит, приходит и приходит. Капать и капать, капать и капать, капать и капать. Три. Раз, два, три. Держи. Держи, садись на выписку. Укол, укол, укол. Укол бегу делать. Давай сюда. То есть лекарства, которые ворует Дэниел, они в целом-то редкие и связаны, скорее всего, с наркотиками. Может, эта падла сама употребляет вообще? Ну нахрена ему столько коробок? Ну взял там одну таблетку, да, закинулся, бац, на энергии пошел работать. Он же, я так понимаю, пропало много коробок, значит, продает, паскуда? Но он же глава больницы, зачем ему продавать? У него раз маленькая зарплата, что ли? Нет, большая. Тык-тык-тык-тык-тык. Может, его картель шантажирует? Так, ага. Есть.
кап. Подождите, у меня тут дилемма, я не знаю, кто у нас таблетки пиздит. Я уже начинаю даже Оливера подозревать. А вы тут у-а-а. Так, на тебе пилюлечку, на тебе микстурочку, потру, хоп, на выписку. Все, больше никто не приходит, смена закончилась. Иди давай. $550 монет. Хренак просто, вынь да положь. Стойка с прессой. Отправляй сюда ожидающих пациентов, и они перестанут терять сердца. Ты нашла лекарство, нет? Видимо, не нашла. Ага! Мне не нужно, чтобы они асфальтировали дорогу к больнице. Я хочу, чтобы они закончили новое крыло. Да он сам, блядь, употребляет, по-моему. Ты смотри, он орёт, психует. Вообще, ну что это такое? Эллисон и Рут, простите. Это все ремонт? Угу. Мы можем помочь? Вообще-то у нас самих возникла проблема. Из аптеки пропало большое количество эфедрина. Да чё ты Ты себя только что видел? Нет, он может быть заистерил, конечно, всякое бывает. Уверен, ну что он найдется? Возможно, его просто унесли не в то отделение. Но мы пересчитывали все за день до... Эллисон, я не знаю, может, вы его там сами положили не туда, куда нужно. А может, кто-то другой это сделал по ошибке. А может, его кто-то спиздил, а? И он в том ящичке прячет? Ну, очевидно, что его никто не крал. Ага. А никто не говорил про кражу. Дюк. У меня есть множество дел поважнее. Но он нужен нам для... Вы отличной команды, наверняка справитесь с этой задачей. Да смотри, у него мешки под глазами, как у меня практически. Употребляет, зараз такая. Это все, это сейчас взорвется. Тебе повезло сегодня. Уверена, Дэниел придумает, что делать. А нам что делать? Там этот просит. Надо подготовить новый принтер. Ну, хорошо. О, ты его наконец-таки поймала. Оливер, если ты и дальше будешь убегать, однажды тебя кто-нибудь раздавит. Но он все равно убежит. Эта морская свинка меня в могилу сведет. Я надеюсь, вы дадите мне таблетки. Сейчас же. Боюсь, нам до сих пор не удалось. У меня сегодня операция, мне нужен этот препарат. Ну я понимаю, но мы уже везде искали и... Тогда, может, вы скажете моим пациентам подождать еще пару недель, за которые они, возможно, помрут. Потому что одна пара одаренных фармацевтов потеряла мои таблетки. Хорошо, что я к тебе в отделение не попал. Мне жаль, Квин. Все, что я могу, позвонить в другие больницы. Возможно, они будут столь любезны нарушить правила и выслать нам немного контролируемых препаратов. Я должен получить свои таблетки до сегодняшней операции. Так что выполняйте свою работу. Ну нету их, нету! Я бы хотел поговорить с Тедом Лансингом из аптеки Квинсборо Бридж. Ну нету таблеток, ну пуф, испарились просто. Да Дэниел, сука, падла, их сожрал. Вот я на него наезжаю, а как сюжет повернется, а это не он, а это окажется Эллисон, прикинь. Так, принтер. Новый принтер. Принтотрон. Ну давай принтотрон купим. Играть. Садись. По одному листочку. По-моему, у нас в той игре очень быстро печатали справки. В каком отделении? В предродовом, по-моему, да? Там прям тык-тык-тык-тык-тык, справка, справка за справкой. Если быстро их отправлять на процедуру, то получается очень забавный звук. Ух, ах, их, птич. Справка тебе нужна. Сейчас дам справку. На. Садись. Прошу, садитесь. Лекарство выберитесь. Ага, тебе с крекером надо. Хорошо. Я не знаю, что там за лекарство в виде крекера, но... Попросил, я дал.
Оливер сбежал опять. Пузыречек. Хоп-хоп-хоп-хоп. Спрятался. Ты смотри, какая тварь, а. Надо его сюда вернуть. Надо железные прутья поставить, чтобы не сбегал. Так, тебе что? Тебе справка, справку, на. На тебе справку. Давай я сразу так вот комбинацию сделаю. Потому что эти лекарства я собирать не хочу. Во, не зря делали. Садись. Приколись. Кто пиздит наши таблетки? Не дай бог это Оля. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Просто если это лекарство контролируется там законом каким-то, и они фиксируются в каких-то записях, то это важное лекарство. Возможно, наркотическое, как Рут сказала, да? И значит, где оно? Вот. И значит, кто-то в больнице употребляет. А что если это Дженни ворует? А она всегда такая радостная, веселая. Я просто не понимаю, зачем воровать все пачки, если, ну, можно взять несколько таблеточек. Взял несколько таблеточек, никто не заметил пропажи. А пачку-то, пачку, все пачки-то, это палевно? Ну ладно, надеюсь, что сегодня мы узнаем, что творится, что происходит. К сожалению, сегодня мы в новое отделение не перейдем, не успеем. Но хотя бы посмотрим, узнаем, кто у нас ворует. Как говорил один философ, все тайное рано или поздно становится явным. И мы эту Дэниела выведем на чистую воду. Или Дженни. Не, ну Дженни тут ни при чем, она тут ни разу не показывалась. Она просто веселая. Так, три пилюльки. Три пилюльки надержи. Раз, два, три. Надо сразу набирать таблеточки, потому что без таблеточек прям тяжко. Компресс. Положи на лоб, будет у тебя пресс. Синенькая, синенькая, на, хоп-хоп-хоп. Сквик-сквик. Готовь таблетки. В этой мини-игре нужно как можно быстрее наполнить формочки, а потом нажать на кнопку. Ну ладно. Нам дадут? Нет таблетки. Боюсь, это была последняя. Я не виню их, я бы и сама не смогла нарушить правила. Я схожу в операционную и скажу Квину. Спасибо, Эллисон. Давай им другие подсунем. Умер. Умер. Он уснул, что ли? А это для тебя таблетки нужны были! Наркоман! Это он ворует таблетки! Хотя нет, если бы он воровал, он был бы в норме. Я говорил, что не надо начинать операцию, он меня не слушал. А ты жаба противная, мерзкая тоже тварь. Ты из-за тебя вот человек помер. Что же нам делать? Дело прятать? Нет дела, нет дела. Что нам делать? Что тебе делать скорее? Я ничего делать не буду, все. Я же забыл то, что я там в этом отделении, я там не пришей кобыли хвост ведь. Не занимайся одним и тем же пациентом больше одного раза подряд. Это вот то задание, на котором мы с тобой лоханулись в первой части. Давай попробуем. Что-то тут застряло. Что здесь происходит? Уснул! Я нашел! О! А где ты нашел? Все вон из моей операционной, вы мешаете мне работать! Ты только что спал, дурак, нет?
Не ты, Мейсон! Ты должен накладывать швы пациенту. А где ты ее нашел, а? Дэниел. Вот да-да-да. А где ты нашел эти таблетки? Ну, я взял их в другой больнице. Пиздун кукурузный, пиздит как дышит. В другой больнице. А, все в порядке, Рут? Вроде. Да спиздил он у нас, одна осталась, последняя он решил поделиться. Так. Я не понимаю, что происходит. Честное слово, не понимаю я, что творится, что вообще происходит в этой больнице. Все друг другу врут, все обманывают, таблетки воруют, выгоняют из отделений. А, у нас же задание, не занимайтесь кем-то там несколько раз подряд, поэтому вот эту посадили, стоим, ждем. Пусть она там теряет сердца, но зато мы не потеряем. Чтобы приготовить таблетки, наполни сначала каждую форму нужным средством. Хоть. Пилюльки. Посмотри, идеальные таблетки. И помни, чем быстрее сделаешь, тем больше сердец получишь. Ясно, понятно. Я бегу. Так, тут как бы мне не потеряться, потому что это задание не особо приятное. Оливер. Бабка. По-моему, кстати, отправление это считается за процедуру. Поэтому вот сейчас мы отправили эту, мы бежим к этой. Даем ей бинт. Этой даем аптечку. Эту сажаем. Но при этом с ней не работаем. Ждем следующую. Вот, мы его посадили. Справку отдали. Компрессор взяли. Отправили сюда. Пилюльку. Теперь к ней. Вот. Ой, как тяжело-то это, а? Мы ее только сюда отправили, поэтому ждем. Пока ждем. Отправили, отдали. Сюда. Идем заниматься этим. Взболтали, но не смешивали. Вкололи, но не прикололи. Прокололи. Ждем. Отправили, бежим сюда. Теперь бежим сюда. Отправили, но к нему не бежим. Отправили, бежим сюда. Вот. Слушай, по-моему, я все правильно делаю, да? Таблетки. Набубенили. Отправили, теперь бежим к этому. На выписку. Тогда ждем. Этого обслуживать нельзя. Отправили, бежим к нему. Ага. Ёб твою мать, ну на вот эти. Справку взяли, справку отдали, распечатали, направили. Но к ней не бежим. Вот, теперь бежим к ней. Какой неприятный это... А я что-то это... А почему опять? Запутался я, короче, ладно. Опять я это задание провалил, ну и черт бы с ним. Глаза просто разбегаются. Но я хорошо держался, да? Я молодец. Я считаю, что я молодец. Сюда, сюда. Принтер, хоп. Хоп-хоп-хоп. А, красная пилюлечка. Кап-кап-кап-кап-кап. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Хоп. Тур-тур-тур-тур-ту. Тебе взболтать. А, таблетки собрать. В виде сердечек. А почему в виде сердечек? Какая разница? Это, наверное, таблетки против сердца. Вот, мужик, обычные таблетки против облысения. Приходит к нам мужик аккурат, ничего не помогает. О,
Что-то новое попросили. Дедуля, ты сегодня последний. Хотя нет, еще один залетит. Так. И сюда, и сюда. Тебе три таких. Все, на выписку. Шуруйте отсюда вам. Ну что? Ты уверена? Ты за весь день двух слов не сказала. Что-то странное было в том, что случилось сегодня. А я говорю, Дэниел спиздил таблетки и вот дал нам одну. Типа, якобы он такая Россия, щедрая душа. Что-то странное уже давно происходит. А я просто рада, что все закончилось хорошо. Мы таблеток-то все равно не досчитались, Эллисон, не тупи. Возможно, мне надо кое-что уточнить. Давайте Дэниела на наркотики проверим. Давайте всю больницу на наркотики проверим. Ага. Пошла подглядывать за... прям зашла, прикинь. Ну-ка. Ну-ка. Ага. Ага. Это прибежала подглядывать. Ну-ка. Квин, вы здесь? Нет, блядь, он не тут, ты же за ним не следовала. Рут, это мужская уборная. Разговор не может подождать. Дайте мне баночку с таблетками, которую вам дал Дэниел. Но я в туалете. И что, вы не можете просунуть баночку за дверь? Вы от меня так просто не отстанете, да? А вы как думаете? Ой, да на таблетку твою, на. Сейчас это наша таблетка. Так я и знала. Что ты знал-то? Это наши таблетки, не наши, объяснись. Рут, можно мне мои таблетки обратно, пожалуйста? Рут! Арр! Он или тужился, или пират. Ой, господи. Подойди несколько раз к нужному месту раньше пациента. 12 раз надо это будет сделать. Ну, хорошо. Ну что? Взгляни-ка сюда. Эта упаковка эфедрина была из нашей аптеки. А это значит, что Дэниел, нарколыга ебаная, украл наши таблетки. Ее не принесли из другой больницы. Но тогда откуда Дэниел ее взял? Так у нас и взял. Именно. Единственный ответ на вопрос, откуда они у Дэниела, он сам их взял. Дело раскрыто, Ватсон. На что это вы там смотрите? Оть, лови. Рут как раз показывал мне адрес на баночке с таблетками. Похоже, эту баночку присылали нам. Она из пропавшей партии эфедринов, Дэниел. Да, ржет. А чё ты ржёшь-то? Итак, вы думаете, что я ворую наши собственные медикаменты, как тот доктор из сериала? С какого сериала? Из Доктора Хауса? Вообще, да, мы так и думаем, то, что ты, нарколыг ебаный, украл наши таблетки. Здорово, да, мы просто здорово. Да, конечно, здорово. Ты смотри, пытается на чувство вины давить. Наверное, они просто перепутали этикетки. Кстати, разве Квину не нужны эти таблетки? Я отнесу их обратно к Квину, а вы продолжайте работать, ладно? Серьезно? Серьезно? Я не знаю, что думать. Или он пиздит таблетки, или он не пиздит таблетки. Тут какая-то тайна, какая-то интрига, какие-то расследования. Ну ничего, мы с Рут докопаемся до правды. Это я тебе говорю. Ну вот, я добралась раньше пациента. Вот. Давай. Опа, я тут первая была. А я-то первая была. А вот так вот. И я тут и была первая, вот так вот сразу. Так, таблетосы, какие тебе нужны? Обычные вот эти. Хоп-хоп, и тут я первая, я метеор, я флэш, я скорость. А тут... Ага! Оливер. Я все равно первая. Хоба! Та-та-та-та-та-та-та-та! Так, а давай сразу.
Накомбинируем. Хоп, я бегу, я тут, а. Вот так вот. Все потому, что я скорость. Давай их выпишем. Беги, хоть. Я уже была здесь. А, красненькие, на тебе красненькие. И тут я была сразу, ты поняла, да, я? Шустро, я здесь. Хоть. Да беги. Вот я тут, а. И тут я все равно осталась. Да, я стою, жду. Так вот. Так, сейчас эти пилюльки-то наготовлю. Хоть. Держи таблетки Тимми. На выписку. Я... Беги. Хоть. А я тут была. А вот так вот. А все, можно не спешить, а задание сделали. А еще полсмены не прошло, а задание сделали. И давай сюда. Давай пока распечатай. Но сейчас можно не спешить. Аптечка. На бит. На, сам перевяжи себя только ради бога. Короче, тебе опять домашнее задание. Тут интриги, скандалы, расследования. Надо понять, кто пиздит наши таблетки, наши запасы. У тебя есть несколько вариантов. Первый вариант. Дэниел, глава больницы. Не знаю, зачем ему воровать. Может быть, потому что он просто нарколог ебаный. А, второй вариант. Дженни, которая бегает очень радостная и веселая, но ее не показывают. Поэтому, скорее всего, это не она. Еще вариант. Это доктор Квин. Но тогда бы он не приходил сюда настойчиво за таблетками. И четвертый. Последний. И, скорее всего, самый верный вариант. Это Оливер. Да? Ну смотри, давай с тобой порассуждаем. Оливер пока вычеркнем из списка. Остановимся на Дэниеле и Квине. Квину нужны таблетки, чтобы работать. Они поддерживают его самочувствие, дают ему, наверное, энергию. Это как энергетик, но более такой, более серьезный. Но ему это для работы надо. Вот эти пилюлину надо забабахать. Вот эту пилюльку. Не помри, пока глотать будешь. Так вот, они нужны Квину, чтобы работать. Потому что операция может длиться долго, а ему нужна энергия. А Дэниелу ни нахрена. А у Дэниела много дел. Он ничего не успевает. И, скорее всего, ему нужна тоже энергия. Поэтому он ворует у нас таблетос. Наркоман. Но черт знает, тут все может быть так закручено, что может быть и этот... Вообще, все, что я сказал, неправильно. Хоть. Может, вообще кто-то из пациентов ворует? Откуда я знаю? Сквик-сквик. Ну что? Он выглядел таким искренним. А так все наркоманы выглядят, когда оправдываются. Перепутали этикетки, Эллисон. Какое невероятное совпадение. Ну, так бывает, так случилось с Эрлом. И ты полагаешь, что это могло случиться дважды? Молния. В одно и то же дерево два раза не бьет. И я на это не куплюсь. Но я не верю, что Дэниел мог украсть таблетки. Это же Дэниел! Мне он тоже нравится, но признайся, вся эта история очень странная и мутная. Если таблетки у него, они должны быть в его кабинете. Пойдем посмотрим. Он что-то прятал в кабинете, это точно. Есть один способ выяснить это раз и навсегда. Пойдем проверим его кабинет. Так, ну что, я думаю, будет плохо, если я возьму и сейчас скажу, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк. Поэтому мы давай пойдем приберемся в кабинет. Новому крылу нужна реклама. К счастью, Дэниел предлагает свою помощь.
прошу. Ой, спасибо, что помогаешь нам повесить сертификаты, Дэниел. Не за что, в какой-то веке почувствую себя сильным мужчиной. И главное, смогу отдохнуть от постоянных звонков в компании прекрасных дам. А вот и нихуя, а она пошла в твой кабинет рыться там, ты понял? Мне надо зайти в дамскую комнату, а вы пока начинайте. Прокачка. Давай стол прокачаем, ладно? Хорошо. Играть. Что это такое? А, да... Он бегает, делает сам. Да ну нет, он наркоман бы не стал. Хотя наоборот, он под таблеткой и вот этим занимается. Да-да-да, я тебе говорю. Значит, правда. Оливер. Так, тебе много маленьких. Мне больше понравилось сделать одну, но такую жирную пилюль. Пилюлину. Царь пилюль. Королевская пилюлька. Так, Дэниел, давай сюда. Давай, работай, я тебя сегодня, загоняю. За все дела, которые были в той игре, я тебя тут загоняю. Взял себя, повесил. Нахрена тут-то повесил? Как шкаф-то открывать? Ой, господи, что это такое? Что это? Где это? Вот это. Ага. Дэнил, только не обклей нам все, пожалуйста, помещение. Нам тут еще работать, а ты тут ходишь. Точнее, ходишь. Налепишь себя. Потом на тебя смотреть каждый день. Ты. Есть. Бегу. Пилюлину? Нет, не пилюлину. Мне понравилось сделать одну вот такую пилюлину. Дэниел, иди работай. Как долго он клеит? Там по факту надо просто развернуть, да? И синей изолентой прихреначить. И все. Да что ты там набираешь? Пук-пук-пук-пук-пук-пук. Там делов на 2 минуты. А он что-то там туда-сюда. Тебе еще вон то приклеивать, если что. Так что давай поторопись. Или без таблеток не так хорошо работает, а, псина? Давай иди там. Приклеивай. Это реклама какого отделения? Не могу понять. Это реклама отделения Дэниела? Отделение нарколык? Нет, я буду до конца думать, что он все-таки нормальный. И во всем виноват Оливер. Компресс. Иди отсюда. Пилюлька. Микстурка. Потерли. Дэниел, не стой на месте. Я надеюсь, что сейчас Рут там что-то найдет, какие-то доказательства, и мы поймем, что происходит. Может быть, ему мафия угрожает смертельной расправой. Х2. Вот он. Садись. Но если он хреначит таблетки, его посадят и из больницы выпрут. Топ-топ-топ-топ-топ. Сходил бы на улицу, барыги какому-нибудь купил бы. Лучше бы с деньгами жульничал. Таблетки-то это дело серьезное. Он мог на ремонте сэкономить копеечку себе. Пошел к барыге, купил то, что надо. А так-то ты рискуешь, зараза тупорылая ты.
Работ потеряешь, тебя еще и посадят. А когда тебя в тюрьму посадят, тебя там еще и на бутылку посадят. Смотри, какой смазливенький. Такие, как ты, в тюрьме не живут долго. Ну, живут. Но недолго. И не весело. Так, надеюсь, Рут что-то нашла. Надеюсь, у Рут есть доказательства. Сквик-сквик. Ну что? Ну вот, это последний. А Рут-то не провалилась в туалет? Она уж долго не возвращается. Да, может, возраст никак не выписает все. Дэниел, ты когда-нибудь думаешь о том, как мы познакомились? Иногда думаю, а ты? Отвлекает. Иногда. Может, нам стоит поговорить об этом позже? Мне правда надо бежать в свой кабинет. Стой, стой, стой. Эллисон, Эллисон, придумай что-нибудь. Укуси его за ухо. Стоять. Нет, тебе нельзя в кабинет. Почему? Что происходит, Эллисон? Нет, Рут! Ну, Эллисон, ну ты что ж так это-то явно? Вот этот ящик надо было проверять, вот этот! Ага! Папа поймал с поличным. Пусть все места для ожидания будут заняты. Ты прикинь, какая интрига, какие скандалы. А вот эту интригу я оставлю на следующую серию. Мы с тобой в следующей серии проходим уже 2 уровня и приходим, прикинь, в следующее отделение. Так быстро, так шустро, прям шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. И вообще, молодцы. Я не знаю, что там будет дальше. Но вот это вот, скорее всего, да, скорее всего, ворует наши таблетки. Принимает, а потом бегает, цвета для ремонта выбирает. Вот так вот. Ну ладно, все это выясним мы уже дальше, все будет в следующих сериях. А сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать, рассказывай обо мне своим друзьям, делай посты. В общем, удачи и до новых встреч.